весь коллектив. Все девчонки, мальчишки. В этом году мы все сделали такую драму. Площадка очень удобная, очень комфортная. Близко работать с публикой, острым, расположенным, близко к арене. Для нас и сам. Момент должно на 12 работать. А у вас платы на пол 6. Это очень плохо. Поэтому в таком настроении всегда нужно работать на 12. И в этом году большие молодцы. А площадка в этом году подобрана просто фантастически. Феноменально. Сделано все на высшем уровне, профессионально. Поток, сама площадка, лед, великолепно. А близко работать со зрителями. Очень важно для финалиста. Вообще для артиста, когда ты катаешься. Это на галерке сидят, а ты можешь найти контакт со зрителями. Очень много людей в этом году пришло в наше шоу. Работаем также с детьми. Сам будем.